Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей и игра под названием «Несыть». Как бы страшно это не звучало в самом начале, это всего лишь «Несыть». Привет, я профессор Преображенский, червями интересуетесь? Мы занимаемся селекцией новых видов и их удаленным контролем. Привет, я Жека-лаборант, выполняю здесь всю грязную работу. А я Шпилька, помогаю профессорам со всякими бумажками. Как вас зовут? Мне нужно выписать пропуск. Ну окей, Куплинов, допустим. О, нихрена сразу прям. Приятно познакомиться, Куплинов. Ха-ха-ха, привет. Несыть Куплинов, прикинь, нихера себе. Эта игрушка, так сказать, офлайн версия всяких этих ИОшных непонятных игр, которых куча, множество, миллиарды, где один червяк набирает или не червяк, или что, кто-то набирает вес и жрет других. Это что-то пошло еще с какой-то там планеты, где надо было тоже всех есть. Что-то типа того. Так, береги хвост. Эксперимент, обучение. У меня никто не нужно идти, а что за шума драки нету. Это типа выбирать, что ли? Ну давай посмотрим с самого начала, ладно, так и быть. Доводилось когда-нибудь червем управлять? Ну, естественно, ёпта, конечно. Неважно, там все просто стрелками или ASD, ползи и shift, чтобы прыгать. Самую большую кнопку на клавиатуре видишь? Жми. Она у меня не самая большая, если чё. Так, береги хвост. Хорошо. Во-во-во-во! Жека, прекращай. Хватит над людьми издеваться. Бразильская система, кажется, не сработала. Я рад, что смотрел бразильскую систему по-любому. Может, еще разок? Нет, никакого лишнего стресса. Начнем с яйца. Ну, давайте. Как скажешь. Поехали? Ну, поехали. Обучение. У меня нет ног, мне нужно идти. Геймпад, клавиатура или мышка? Понажимай там что-нибудь. Клавиатура. Продолжить. Ага. Окей. Пополз вверх. Хорошо. Хорошо. Это повороты. Замечательно. Ну да, смотри, ёшная вверх, вообще каждерно. И графика такая четкая. Чё ты еле ползёшь-то? Ну я понимаю, ну я ползу, что тебе не нравится? И сюда, ска! Чё, как запарю. Попробуйте собрать несколько ягод. Червь будет их поедать и расти. Ну без проблем, сейчас черники напоримся, самое оно. О, черничка. Эта игра, кстати, еще в Стиме не вышла, но скоро, по-моему, пишут через 4 недели, что она выйдет. Ползать шлангом слишком медленно. Чтобы разогнать по-взрослому, нужна что там? Да, червь может разгоняться, извиваясь как змея. Опустите стрелку вперед и плавно чередуйте нажатие вправо и влево. Продолжить пробел. Отпустите стрелку вперед. Окей, вон оно как, ни хрена себе. Без проблем вообще. Так бы сразу и сказали, я же не знал. Да ладно, ты понял, как это можно? Короче, извиваясь как змея, ты ползешь прям слишком очень быстро. Так ведь можно и разбиться. До срабатывания зеленого декартера. Я пока посчитаю удачные попытки. Хорошо, окей. Мне ягоды не собирать, что ли? Победа! Хорош! Диплом магистра по раскачке ваш. Вот так и должны ползать черви. Плавно и грациозно. Неплохо. Всем поначалу тяжело извиваться червем. Но потом это начинает приносить странное удовольствие. Что за что за шум? Что это было сейчас? Светлячки пролезли в бокс к красным жукам и мешают им спать. Время позднее, а они все светят и светят. Непорядок. Всех нужно погасить. Этот бокс только для красных. Хозяйки на заметку. Червь кусает только то, что может проглотить. Смотрите на жвалы. Он раскрывает их, когда рядом есть что урвать. Окей. Жучья вечеринка. Что за шум? А драки нету. Ну, без проблем. А что там такое желтенькое? Ну-ка, пойдем. Та-та-ра. Ой. В смысле? Что-то не ест, прикинь. Не хочет. Зажмите и держите Alt для выброса в кровь адреналина. Это замедляет время и подсвечивает все съедобное. Окей. Ни хрена себе. Ха-ха! Хорош, ну-ка ползи давай. Стоять-ка! Стоять, говорю! О, там кто-то еще ползает. Бляха, внизу кто-то есть, спокойно. На-на-на-на-на. На-на-на. Ой, коровки. Божьи коровки, кто вы такие? Ну да, вам, по-моему, пришел конец. Потому что я вас сейчас съем всех. И отвечаю, вас спарю. Ха-ха-ха, вы маленькие засранцы. Мешаете светлячкам спать, собаки? Не надо светлячкам мешать спать. Иди сюда. А что, нельзя? Блин, он же раскрыл пасть, почему он не жрет? Графика здесь... Червь вырос и стал неповоротливым.
Держи стрелку вперед или Ctrl во время раскачки червя. Ворота станут резче. Ну окей. А, все хорошо. Без проблем. Как-то сложно это, ну ладно. Не понимаю, зачем вообще это нужно, короче говоря. Но червь стал неповоротливым. Так, ну-ка стоять. Ой, а их не надо, наверное, есть, да? Сейчас скажут, ты что, падлы, делаешь-то? Увэ, что такое увэ? Ну сюда иди. Фу, это какие-то газы. Светлячки. Надо разобраться с светлячками. На них указывают маркеры внизу экрана. Ну хорошо, давай. Та-та-ра-та. А, так светлячки спать мешают, что ли? Я думал, коровки. Какая разница вообще? Давайте просто поедем по указателям. Чуваки, извиняйте, но такое вот дело. Вас всех надо сожрать. Вы мешаете коровкам спать. Коровкам спать мешать нельзя. Иди сюда, сука. Бляха, какой он огромный стал уже, смотри. Он просто прям громадный. Что такое? Что случилось? И музыка, короче, такая, знаешь, веселая. Светлячок. Эй, светлячок, ты чего? Ну-ка, сука, сюда вернулся. Най-най-най. Опа. Супер! Светлячки кончились, и красные могут поспать. Ну, конечно, те, что выжили. Ну окей. Продолжить. Ой, Жека, смотри, мы забыли включить одну кормушку. Не включать. Сейчас включу, 5 сек. Кормушка активирована. Заработала. Судя по картинке, сейчас полезут тли. Тли? Что такое тли? Ты о чем нет? Какие тли-то? Ух ты, беленькие, такие милые. А, тли, в смысле тли. Жека, я не в подписал, я подписал, уже подписал не включать. Это экспериментальные тли. Их рано подавать к чему-то там, к столу. Тут какой-то сюжет есть. 1000 гвоздей микроскопом. Белые тли пробрались в нижний бокс и расплодились. Кто полезет прибираться? Кажется, Куплинов. Жеку бы отправить, но он успел куда-то смыться. Хорошо, чтобы не скучать, забросим в бокс еще несколько червей. Пусть победит самый прожорливый. Слышь, а вы чё, еба? Какой нахер самый прожорливый, вы о чём? Я ещё недостаточно подготовился к встрече с другими червями. Что за херня? Тихо-тихо. Ой, там болик-лёлик какой-то. Самое время немного попрыгать. Зажми, держи стрелку назад или клавишу shift, чтобы червь прыгнет, когда ты её отпустишь. Окей. Ой, ой-ой-ой. На туре прыгает, прикинь. Тихо там, тихо. Ну-ка. Опа! Ха-ха-ха-ха! Сожри его нахер! Так, а чё он меня-то не жрёт? Он не может меня жрать? Нет, не может. Ну, сука. Так тебе и надо. С кем ты связался-то? Иди же, пассатиш, видишь, какой огромный. Ой-ой-ой! Сюда-сюда-сюда-сюда, дружище! Ты куда собрался-то? Музыка-то какая веселая. Блин, ну с этих букашек уже ничего не дают. Где здоровые черви? Черви, где здоровые, я спрашиваю, мать вашу. Я, бляха, эти огромные... А, вон, сука. Я про стрелочку забываю. Вон она, стрелочка. Сюда подошел, сука. Ха-ха-ха. Эй, я тебя сейчас слышу, как тебя, блядь, подойду сейчас. Ой-ой-ой-ой. Победа. Супер. Зеленый. Ты откуда взялся-то, Жека? Алло, ты же только что свалил куда-то. Явился, не запылил. А ты видишь, Жека где пропадал? Ой, я нажал. Юху, в инкубаторе вечеринка. Все вылупляются из яиц. Кто-то становится взрослым, а кто-то праздничным угощением. Придержи 60 секунд, и мы напишем об этом в местную газету. В смысле? Это я, блядь, попрыгаю, я тебя целую, что ли? Тихо. Опа. Спокойно, отошли нахер отсюда срочно. Вся угроза внизу, я пока отжираюсь. Сюда подошел, сука. Сюда иди, падла. Сюда, быстро сказал. Бляха, как же прикольно играть в эту хуйню с компьютером. Это так легко и просто. Я тебе сейчас, блядь. Че, молодежь, на кого нарвались-то, ёпты. Ой, какой большой, огромный, спокойно. Подожди, чувак, не надо. 60 секунд продержаться. Я вам сейчас весь аквариум нахуй сожру здесь. А все, не осталось никого. Я всех убил. Прикольный круг такой на самом деле. А ты знаешь, прикольный почему? Потому что тебя никто не паникует, считай. Ты ездишь такой один, жрешь все подряд, и все у тебя замечательно. Ой, внизу какой-то огромный. А, это не мой. Маленькая букашка. Ну, естественно, победа. Неплохо. Я, конечно, сомневался, но вы отлично справились. Естественно, я с кем связал. Я ёшки, бляха, придумал практически. И смотрю, вы неплохо освоились. Настало время показать вам одну специальную технику. Выдать световой меч и набор сюрикенов. Ну, почти. Я покажу технику резких поворотов, без которой вам придется туго в следующих боксах. Эй, я уже все показывала. Ну что за дела? Ну-ка.
Резкие повороты. Прием специального назначения. Это какие такие приемы специального назначения? А, так это я знаю. Зажмите стрелку вперед и попробуйте раскачивать червя, не отпуская ее. Червь станет резко извиваться, словно комариная личинка. Окей. Ну и чё, в чем проблема? Так я знаю эту херню, ну. Да что ты меня учишь-то, профессор, ёпты? Хорошо. Только теперь, а теперь нажмите вперед. Кстати, можно КТРЛ. Уже во время поворота, чтобы нырять стремительные виражи. Я буду считать успешные попытки. Это как так? А, вот виражи, окей. Ага. Ага, все отлично. Ха-ха-ха, все, я приблатыкался. Но мне кажется, это не особо нужно. Хотя нужно. Привыкаешь на самом деле. Оп, такой быстренько нажал. Так, выбросами адреналина в кровь балуйтесь. Ну-ка, покажите. Что это значит? А выброс адреналина в кровь — это прыгнуть. И это, сука! Ха-ха! А в смысле? Я же побаловался, алё. Ай, бляха, адреналин же, это же ёбаный этот, как его. Ай, бляха, я и забыл про него, про эту кнопку. Неплохо. В драке последний прием. Если зажать кнопку прыжка и не отпускать ее, то червь не прыгнет, просто сожмется, а потом расслабится. Попробуйте сделать это на скорости. Ну хорошо, окей. Торможений. Без проблем. А, не отпускать ее, все отлично. О, хорош. Расслабился, отдохнул. Выпустил, так сказать, пар. Замечательно. Теперь вы знаете, как резко затормозить при необходимости. Ну, естественно, знаю, как по-другому-то. Обучение закончено, пришло время прийти испытание. Что ж, сезон охоты на червей открыт. Для справки, зеленые черви безобидны, черные опасны, если встанешь между ними и их едой. Красные агрессивны, едят в основном других червей. Доминирование, съешь их всех. А я чё крас? Ай, красный, я опасный, все правильно. Так, тихо, ну-ка дай у тебя хвост, можно отхвачу? Стой, сука. Стой, сука. Спокойно, тихо. Так, главное не подходить к этим опасным пока червям. Ладно, окей. Пожрём пока маленьких личинок. И эта бульбаха большая личинка не жрется. Что за херня? Что там написано? Не забывайте про адреналин. Ой-ой-ой! Тихо-тихо. Ой, что, пробел нажал, не то. Не надо. И... муха. Дай хвост. Дай хвост, сука. Дай хвост, говори. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сожрал. Валим. Бляха, а чё эти зеленые черви безобидные? Бля, меня жук хочет сожрать или что происходит? Спокойно. Спокойно. Ха-ха. Иди сюда, сучара. Ой-ой-ой, красный червь. Бляха, это плохо. Надо отходить. Это что такое зелененькое? Что это значит? Красные меня запалили. Что-то не то. Блин, я пока не боюсь, я боюсь не подходить. Спокойно, тихо-тихо-тихо. Блять, черный червь, уйди нахуй. Сюда подошел быстро. Я что за говно прыгает? Ну куда полетел-то, алло? Ты ж, ёпты. Че, не, это какого? Жук-рогач, блядь. Ой-ой-ой, дружище. Не надо нахуй, отошь. Ах ты, педрила! Это мой хвост, мой хвост. Не надо на меня кусать, слышу, пырь. Блядь, ты смотри, что сделала. Собака, он меня просто сожрал. Этот пидор отхватил... Ой, тихо. Этот пес просто отхватил у меня половину червяка, вы чё? Надо всех сажать. Так, ну-ка не прыгать, я сказал. О, фу. Он сладился в каком-то желтом говне стоять. Сюда. Это все мое. Тихо. Да. Стоять. Типа, сюда, ну хватит прыгать-то. О, нормально. Так, 5 червей осталось. Блять, остался какой-то самый здоровый червяк, по ходу дела. И он меня, скорее всего, сожрет. Это очень печально все. Так, этих клещей почему-то я не могу сожрать до сих пор. Ай, этих не могу, да что за херня-то? Нас трое осталось. А нет, нас четверо. 3 вредных и... Ой-ой-ой. Пизда. Стой. Хватай его за хвост. Я тебе, блядь, сейчас повернусь. Спокойно. Давай. Да, блин, не останавливайся, не надо останавливаться. Ты чего? Тихо, он жрёт. Ой, ебать, какой здоровый. Стоять, падла. Сейчас я ему отхвачу, нахуй половину хвоста, я тебе отвечаю. Блёх, он не жрётся. Ты чего, собака? Ебать, он здоровый. Бляха, ну конечно, отожрался быстрее меня. Тихо. Ай, сучара. Нельзя. Да в смысле, ты пидораска, мой, что ли, такой сука, упырь. Ай! Бляха, ну это реально.
Это реально нереально. Да не надо меня жрать, ты говнюк! Вот херачут. Бляха, я что такой кузулькой сделаю-то? Это уже что-то реально, сезон охоты слишком сложный, отлично. Ты падла такая, слышь. Что-то вначале было попроще, по-моему. Ой, я делал, да слышу, блин, какой. Ебаные черви, ну-ка стоять. Он меня отомстил, походу, все, валим. Упрыгивай. Не надо, дружище, ну бля, мы же с тобой одной крови практически. Не надо. Ай, говно, кривое. Так, пойду тараканов поем пока. На тараканах сейчас немножко разовьемся, а потом посмотрим, тут в доме хозяин-то вообще в конце-то концов. Да хватит прыгать-то, ебаный! Только прыг... Ой-ой-ой, красный. Нет, нужно зеленый. Зеленого червя нужно найти большого. Да что ж ты как медленно ползаешь-то, собака такая? Да, блядь. Подожди. Что-то неудачно было сам. Отлично. Отлично, вот, уже хорошо, спокойно. Валим, 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 валим. Нет, 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 нет. Нет, отлично, отлично, они друг друга жрут. Пока они жрут друг друга, можем жрать других, которые поменьше и которые послабже. Потому что нихера себе нельзя с разносины летать. Не надо. Да-д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 а, сука, он не может сожрать, падла такая. А-а-а-а, вот это он может. Блин, я же красный червь, я самый опасный. Да ты слышь, говно, ты чё? Мы же одного размера, педрила. Это вообще реально пройти, нет? Ну, нормально. Отличненько. Вот так вот. Вот так вот, ёпта. Тихо. Адрин дает время немного подумать. Спокойно. Стой, стой, стой. Зеленого, зеленого, зеленого. Блядь, мне кто-то что-то отпорол только что. Не надо меня есть. Зеленые черви не должны меня есть, я тебе отвечаю. Во, нормас. Нормас, 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 нормас. Тихо, зеленый, спокойно. Вот они, вот этих надо было жрать, да ебаный свет. Стой, 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 стой. Отлично, 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 отлично. Тихо. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Да ты слышишь, говнецо! Ах ты паскуда, пизда твоему хвосту, я тебе отвечаю. Ты от меня не уйдешь, собака такая. Ты от меня, блядь, не уйдешь. Я тебе отвечаю, ты от меня не уйдешь. И ушел уже. Вот падла. Так, у нас осталось еще много. Тихо, тихо, тихо. Ой-о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 й
заберу с собой. Дай сюда. Дай чуть-чуть маленько, спасибо. Чувак, ты очень добрый. Спасибо, молодец. И ты знаешь, что из-за тебя я пройду дальше. Вот именно благодаря тебе я пройду дальше, я тебе отвечаю. Спокойно, тихо. Давайте пока коровок пожрем. Сколько осталось? Опять 3 червя, бля, стали самые огромные опять. Тихо! Хорошо! Хорошо! Просто прямо... Ай! Съешь! Нет! Ешь! Хорошо! Сюда подошел собака. Ты, блядь, куда пополз-то, падла? Стоять, сука. Блядь, какой он огромный! Отлично! Хорошо! Стоять, падла! Тихо, жрём. Отлично. Главное сесть ему на хвост. Если ты садишься ему на хвост, все вообще нормально. Ты пол... Не надо. А вот так вот надо. Говнышием сказал, сука, не связывайтесь со мной, пыри. Пожалуй, хватит насилия. Устроим соревнование на скорость. Выигрывает тот, кто первым проходит 2 круга. Круг? Опять, это 5 чекпоинтов, которые нужно активировать один за другим. Кстати, червь, чем червь длиннее, тем он быстрее ползает. Готовы? Я ожидаю от вас хотя бы 2-го места. На старт, внимание, марш. О, блядь. Эти, как я быстро успел. Красот, какая красот? Какой, блядь, чекпоинт? Что на... Какой? В смысле? Вам куда надо-то? Просто по чекпоинтам? А, им еще и жрать надо, ведь червь длиннее становится, если жрать будет. Отлично. Ага, давай. Бля, зеленые черви жрать друг друга не могут, вот в чем проблема-то. Бляха, 2-е место, это сложно вообще-то. Блин, да хватит меня сбивать-то ты! Чертоган. Чеснок. В смысле, меня выигрывает чеснок? Такого быть не может. Спокойно. Отлично, я быстрее, я больше надо расти. Расти надо, жрать.
Можно чуть-чуть, знаешь, отвлечься прям на то, чтобы сажать личинку, но зато быстрее. Вот ты, собственно, не сбил. Ублюдок, сука, мать твою, спокойно! Бляха, жуки эти, червяки, сука, ушел от меня! Ты падла такая, какая сложная игра! Тихо, тихо, тихо. Вот если бы они не мешались мне по дороге, я бы уже выиграл. Давай, 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 давай. Где все личинки? Иди, твою мать. Хорошо. Первый круг, отлично. А я все ползу, смотри, как я быстро ползу. Я прям просто разношу. Я уже большой червь. Я большой червяк, я огромный, сука. Ну что, собаки, все, я выиграл. Второе место, от меня рука, правда, устала. Второе место ожидает первое, профессор, первое и ни капли меньше. Только первое. Главное, чтобы не догнали и не сбили меня с панталыги. Я тебе сейчас там пожужжу, сука. Спокойно. Ну все, два круга всего-то лишь. Ой, все. Ой, бляха, еще одно. Тихо, тихо, тихо. Где все мои огромные эти-то? Как их? Не огромные, а маленькие коровки, которых я должен сожрать, чтобы быстрее ползать. Давай, 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 давай. Жми, жми, у тебя все получится. Спокойно, отлично. Хорошо. И последний. Последняя точечка, последний чекпоинт. А ты как тебя? А кто-то сегодня затащил. Конечно, великолепно, профессор, как по-другому. Хвосты. Для одного бессиловечного эксперимента нам нужна пачка хвостов. Только, пожалуйста, никого не убивай. 40 хвостов и не хвостом меньше. В смысле? 5 хвостов уже. 11 хвостов, в смысле? Каких нахуй хвостов? Черные не нападают на тебя сами, но могут кусить на пути к еде. Оторванные хвосты — это их тоже еда. Короче, нападают только красные. Ублюдок. Вот ты ублюдок, я тебе серьезно говорю. Ты в смысле? Он же сказал, не нападают сами. Это, помощница профессора, ты че мне тут хуйню какую-то загоняешь? Не нападают на тебя сами. Еще как нападают вон, сука. Оторванные хвосты — это тоже их еда. Это мне надо 40 квадратиков червяшу сожрать? Типа одна вот эта вот фаланга — это один хвост. Ну хорошо. Отлично, 18 хвостов. Да ты! Скотобаза такая! Сами, сука, свои хвосты жрут. Ты посмотри, а? Падлы. Да не надо меня жрать-то, дружище! Это я тебя ем! Не ты меня ешь, а я тебя, дурень! Я тебя ем, ублюдок, мать твою! Давай сюда быстрее! От гнида гнидосная такая! Смотри, жрет меня, падла, и даже не поперхнется, сука, ни разу! Так, ладно, хуй с вами. Будем поаккуратнее. То есть я понял. Они просто жрут меня, когда ползут в мою сторону. Да я съел тебя, ты что, блядь, делаешь-то ты? У тебя, блядь, мозга уже не осталось, как ты можешь меня есть? Тихо, тихо. Да нет, ты ублюдок, я тебе реально говорю, ты, блядь, не должен меня есть. Я хвост, он живой, это целый ведь организм. Вот блядь, ну падла, вот падла. Падла такая подлючая прям. Скотина, блядь, ты посмотри, а. У меня шея заболела от него, упырь, блядь. Тихо. Где вы, суки? А, ты ж падла. Стоять! А, твой хвост. Ты иди сюда, скотина, сюда, где, блядь. Быстро сюда подошел, Ну, хрен с тобой. Что-то я уже остановился, спокойно. Ну, подползи ко мне, Нет! Не надо. Отлично. Хорошо. Вот уже более-менее. Они же никого не жрут. Как они успевают расти? Что за херня? Сука, я отомщу тебя за всех твоих. Нет. Да. Да съешь ты его, ёб твою мать. Тихо, 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 тихо. Пацаны, аккуратнее. Половина хвостов осталась. Половина. Хорошо. Не надо. Отлично. Блять, ты чё? Крыса, блядь! Эх, крыса!
Он мне откусил предпоследнюю фалангу перед головой, и я, короче, помер, прикинь. Предпоследняя фал... Не надо. Просто предпос... Не надо. Да ебанутый или чё? На, вот тебе, сука. Не надо меня есть, дружище. Я такой же, как и ты. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда, сука. Ладно, ладно, все, ползи, ползи, ползи. Так, ладно, 16 из 40. Фух, ты ж, бляха, тихо, тихо. Не-не-не, это большой, большой, большой. Я пойду вон этих муравьев поем каких-то, блядь. Вот этих вот. Да, не, ну съешь ты ее, ну. Хорошо. Нормально. Какой-то обрубушный, блядь, вообще некрасивый. Вот сюда иди, сказал тебе. Сюда подошел. Отлично. Хорошо. О, не-не-не-не-не, нет, нет, нет. Да, блядь, что ты, сука, ко мне лезешь, ты, гондон? Ты не должен меня трогать, там не было за мной еды, ты что до меня доебался-то какой? Хули ты мне-то выйди, нападают они, имею в виду. Иди, блядь, сама сюда залезь, я посмотрю, как они... Иди... Я посмотрю, как они тебе не нападут, собака такая. Не нападают они, говорят, блядь. Я откуда знаю, где у них там, блядь, еда находится? Они все время в меня едут и убивают меня. Что за херня? Ишь ты, блядь, напялила очки, она знает все. Иди сюда, блядь. Тебе, блядь, покажу сейчас, как они на меня не нападают. Сюда! Не надо, не лезь ко мне, я тебя слышу, я забодаю сейчас нахуй. Забодаю, сказал, падлу. Опять 20, сейчас я опять проиграю, ёптую мать. Да эти обрубки ездят, блядь, везде меня убивают, конечно. У них-то жрать нечего, а сами меня жрут. Сюда подошли ко мне, о. Отлично. Да убей ты его, ёптую мать, у него осталась там одна херня. Сюда подошел. Нет, я подойду ко мне сейчас, блядь. Опа. Давай, давай, давай сюда. Блядь, 40 острогов. Ты охуел, что ли, профессор? Прикинь, я сожрал голову. Одну голову сожрал. Он мне говорит, нет, нам голов не надо, нам нужны хвосты. Пес ебаный, пошел ты в жопу вообще, пон своими хвостами. Такая спокойная игра, бомбит, блядь, хлеще, чем от, когда ты с кем-то с живым играешь. Ну, прикольно, на самом деле, она в свободном доступе сейчас, эта игра, есть, и скоро в Steam появится. Не знаю, будет она что-то стоить или нет, но она... Мне кажется, она в Steam выйдет, мне будет по-любому какой-нибудь мультиплеер, потому что, ну, это очень интересно, на самом деле. Фух, давайте на этом закончим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих игрушечках, ребятушки. Всем пока. А, кстати, я чё? Я опять тебя перепутал фразу. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. И вот теперь всем до встречи в следующих игрушечках. И всем пока. Раньше здесь был мат.